Всем привет, и это Soul Mantra. После официального анонса телевизионной версии от Amazon про сериал God of War, поклонники серии массово стали предлагать на роль Кратоса кандидатуру Кристофера Джаджа. Некоторые даже отмечали, что не будут смотреть сериал, если его не будет в главной роли. Вот некоторые речи поклонников. Если вы не позовете Джаджа на главную роль, зачем вообще нужна экранизация? Он самый подготовленный кандидат на эту роль. Сам Кристофер, сыгравший Кратоса в двух последних частях и удостоенный наград The Game Awards 2022, недавно тоже в соцсетях намекнул, что хотел бы сыграть Кратоса в экранизации. Его активно поддержали любящие фанаты. Кристофер сейчас в идеальной форме, чтобы воплотить образ Кратоса в сериале. Мое личное мнение. Есть, конечно, фактурные актеры. По физическим данным и по актерскому мастерству они вполне могут сыграть Кратоса. Но Кристофер имеет тело, харизму и уже опыт с этим делом. И он может хорошо сыграть спартанца. Я в этом не сомневаюсь. Благодарю за просмотр. До новых встреч. И я, разумеется, надеюсь, экранизация будет хороший.